была определенная оттепель, но уже как бы перед, как-то, к сожалению, он пришел к тому, что дальше немножечко волюнтаризма добавилось в деятельности Хрущева, особенно его увлеченность, скажем, возделыванием кукурузы, когда он посетил Соединенные Штаты, и вот там это масса анекдотов, масса с этим связано было в то время, значит, известный анекдот, когда за полярным кругом было предложено чукчам посадить кукурузу, ну, приехал уполномоченный, ну, и говорил, что так будем сеять или будем сажать? Чукши сказали, будем сеять.